Здравствуйте, дорогие друзья! В 2024 году исполняется 440 лет со дня основания города Архангельска. Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вам послушать музыкально-поэтическую композицию, посвященную Архангельску и Северу. Для вас прозвучат поэтические и музыкальные произведения. Особым теплом, восторгом и светом наполнены поэтические строчки о Севере Николая Журавлева. Север предстает перед нами в ярком, сказочном облике, как волшебник или чародей. В своих стихах поэт воспевает Архангельск и Северную Двину, называя ее Двиной Северяновной. «Будто родился я заново, в край своей юности прибыл. Здравствуй, Двина Северяновна, здравствуй, моя неулыба. Норов, как был, несговорчивый, только с годами отменней. Алостью зорь отороченный стал сарафан твой весенний. Белый кокошник кудрявится, шитый рукою Марьянной. Как хороша ты, красавица, наша Двина Северяновна». В 1964 году приехал в Архангельск и остался здесь навсегда уже известный в ту пору поэт Анатолий Ильич Левушкин, уроженец Рязанщины. Север оказался близок и дорог поэту тем, что он требует от человека мужества, ежедневно испытывая, пробуя на излом. Анатолий Ильич ощутил свое внутреннее родство и с севером, и с людьми его населяющими, и с кипящими широтами, и с теми, кто прокладывает сквозь крутые волны дерзкий путь. Левушкин – поэт-маринист, и север для него – это прежде всего море, штормов полярных злость. А море человека строит, и человек, конечно, стоит, чтоб морем выстроены были его характер и душа, и человек уходит в море, на землю ступит он не вскоре. К морской он привыкает были, соленой свежестью дыша. С Архангельском оказалась связана вся жизнь Вадима Анатольевича Беднова, и эта связь отличается особой прочностью. Его верность родному городу, привязанность к нему, потребность в нем, невозможность жить в любом ином месте говорят многое о личности поэта. Он был верным до конца, ощущал себя не просто жителем Архангельска, а его неотъемлемой частью. Даже уезжать надолго из города на Двине он не любил, его сразу тянуло обратно, домой, и об этом говорится в одном из его стихотворений. «Подъезжаю к родному городу, подгоняя мысленно поезд, подъезжаю к родному холоду и в окно гляжу, беспокоясь. Вот и мост над Двиной, как радуга, осторожнее стук колесный. Не могу уезжать я надолго, каждый месяц год високосный. Уплыву ли к берегам кисельным я, загляжусь ли на горы золотые, снятся песни наши метельные, ночи летние молодые. Дома лучше, гласит пословица, подъезжаю к родному городу, подъезжаю к родному холоду, и теплей на душе становится». Любовью к северу проникнуто стихотворение Дмитрия Алексеевича Ушакова. Первый сборник стихов поэта «Иду к тебе» вышел в 1959 году в Архангельске. Здесь же в 1964 году была выпущена его поэтическая книга «Север, любовь моя», за которой последовали
поэтические сборники «Марушка», «Степень родства» и «Север, батюшка». Стихи Ушакова проникнуты любовью к родному северу, его природе и людям. Я хотел бы прожить миллионы лет в стороне моей гулкой от светлых метелей. Так мне дорог приветный двинской рассвет, оседающий тихо на белые ели. Для вас прозвучали поэтические произведения Николая Журавлева, Анатолия Левушкина, Вадима Беднова, Ушакова. А завершит музыкально-поэтическую композицию «Любимый город на Двине» стихотворение Татьяны Рудной, посвященное Николаю Рубцову. Также вы услышите авторскую песню «Лето пришло на север» в исполнении Андрея Павелайтиса. Всего вам доброго, до новых встреч! Пройти нам нужно тысячи дорог, не растеряв надежду и тепло. Горит в душе рубцовский огонек, чтоб душу снегом нам не замело, чтоб мы любили родину свою, до боли близкий сердцу уголок, который будет греть в чужом краю, когда покинем мы родной порог, чтоб согревал нас светлый шум берез, гитары нежный тихий перезвон, чтоб мы с тобой смогли достать до звезд. Горит огонь, не угасает он. Как одолеть нам тысячи дорог, чтоб душу снегом вновь не замело? Гори, гори, рубцовский огонек, дари нам свет, надежду и тепло. Север холодный, снежный, прячет суровый.